10 улиц Кировского района Махачкалы благоустроены. Тем временем реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается. Так активно проводится укладка асфальтобетонного покрытия по улицам Образовательная и Комсомольская. Ремонт проезжей части завершат до конца этого месяца. По этой улице уже на стадии завершения. Немного примыкания, там тут несколько примыканий осталось сделать, а так в общем уже вроде по графику успеваем сначала. Жильцы улицы активно подключаются к процессу и просят учитывать их мнение. Они выразили слова признания и благодарности руководству города Махачкала и дорожникам за благоустройство. До этого трещина была большая трещина была. И вот сейчас там, тут вода просачивалась, каждый вот дом, можно сказать, когда ливни были. Я думаю, что сейчас будет нормально, хороший асфальт.